Дорогу Чехова проехали более 60 велосипедистов в Александровске-Сахалинском. Этим культурно-спортивным мероприятием завершился летний сезон в районе. Участники преодолели 15 километров. Маршрут пролегал от музея Чехов и Сахалин до Дома культуры села Михайловка и музейного комплекса «Станок». На финише спортсменов ждали мастер-классы, тематические выставки об истории и развитии Александровск-Сахалинского района и региона в целом. Учитывая, что это впервые в городе Александровск-Сахалинском проводится, я очень рад, выложился на полный. Мощные участники, особенно Антон Баянов в нашей категории, который второе место занял, наступал мне на пятки постоянно, я держал темп. Очень прекрасная организация, участники на позитиве, бодрые, веселые. Завершилась гонка «Дорогу Чехова» бесплатной лотереей. Победитель выиграл сертификат на покупку велосипеда.